Всем привет, с вами Марисен, и да, это мое утро в отеле. Накрашенная. Это, наверное, потому что я уже встала до этого, накрасилась, но это не важно. Главное то, что я сейчас типа такая красивая встала и хочу вам показать такой красивый завтрак. Да, я хочу с вами поделиться, потому что мне очень приятно. Я думаю, что вам было бы тоже интересно, что я, например, заказала и что я ем утром. Яичницу, творог и блинчики. И чай еще зеленый. Просто, знаете, для фотографий я взяла, убрала чашку. Но потом, когда я буду сейчас есть, то я возьму, поставлю чашку и буду пить. Я просто не обманываю своих зрителей. Ну вот если фотографии смотрите, то там уже, знаете, обман присутствует, но простите. Я решила поехать на уикенд, и знаете, не важно, что сейчас четверг, просто у меня выходные, и всего лишь 2 дня. Но, как вы видите, я все равно снимаю видео, потому что я не могу не снимать видео, честно. Вы, конечно же, сразу скажете, кто тебя снимает, с кем ты поехала. Я поехала с Германом. Покажись. Всем привет. Ну а сейчас мы будем кушать, приятного мне аппетита, а дальше мы вам все покажем, что я буду делать и так далее. Сейчас я иду в спортзал. Кто не знает, я в Звенигороде, а не в Москве. Тут даже спортзал без карточки пройти невозможно. Ой. С карточкой тоже невозможно. Реально невозможно. Эй, что за бред? Ты не умеешь просто. А, раз, два, три. Нет. Нам надо подниматься сейчас наверх. Пойдем на ресепшн спросим. Почему я не могу нормально жить? Здравствуйте. А у меня карточка не работает для спортзала. Мне дали карточку, теперь я открою вам спортзал. Раз, два, три. Не хочет. Маша, можешь сюда? Вывели пол, бассейн, спа. Ой, простите. Мама белая дверь. А зачем карточку меняли? Потому что я дура. Пипец вообще. А ты, наверное, где персонал? Тут зеленый, да. Я персонал хотела, как персонал. Посмотрите, как тут красиво. Я вам покажу, как я качаюсь. Я знаю, я вообще спортсмен. И я вам покажу, как я там могу делать все. Ты прям супер спортсмен? Да. Все есть там? Ну, завтра ты есть. 2 человека. Сначала мы идем сюда и, короче, начинаем качаться. А хотя вот, смотрите, тут все написано. Я очень долго не скакала. Буду скакать. Все. Наскакалась. Я так часто делаю, чтобы у меня пальца была вот такая. Cause when you do what you love, you're gonna love what you do. You know I do it with love. Each night I do it for you. It's the dirty work. Маш, ты билдер? Да. Сейчас посмотрим, кто я. Может быть, я пельмешек? Я пацан настоящий. А сейчас после насыщенного спортзала, знаете, куда я иду? Пить чай и есть пирожные. Очень правильно. Нет. Это не очень неправильно. Не-не, так и надо. Да? Почему? Конечно. Почему? Ну, потому что после спортзала ты как бы сжигаешь все калории. Угу. Надо чуть калорий набрать. Да. Ой, извините, там что-то не то. Там ключи от моей машины. Это ключи от моей BMW. Похоже на ключи от Аки. Нет. Я выставила фотку с упоминанием этого отеля, в котором я живу. И сейчас мы проверим, дадут ли мне бесплатный чай. Идемте. Здрасте. Вот, смотрите, я опубликовала фотку. Вы мне сможете дать чай травяной? Да, конечно, поднимайтесь в ресторан. Вот. Нас не обманывают. Ну все, идем. Смотри, какие тут красивые. Очень круто. Можно зеленый и розовый? Вот так вот я фотографируюсь в Инстаграм. Мы, короче, заказали чай травяной. Нам его принесли, как вы видите.
Сейчас мы будем его пробовать. Я наливаю себе. Герман, тебе налить? Ну, хорошо. Я пью с сахаром чай. Вот, и нам принесли такие красивые макароны. Маша, ты знаешь историю про сахар? Не, а, да, историю про сахар, мне кажется, все знают. Покажи, как ты открыла его. Я его открыла вот так. А знаешь, как надо открывать? Его надо открывать вот так. Нет, ты правильно делала. Не надо так отрывать. Отрывать не надо. Правильно, я правильно сделала, точно. Да. Парень повесился из-за того, что он придумал вот так вот, а все делают вот так. Нет. Надо, знаешь, что надо было сделать? Вот здесь пунктир. Да, и причем наполовину, что типа не до конца разрывать, а чуть-чуть. Кстати, я так и не знаю, это просто мем, типа история такая, или это реально? Ну, если все знают, мне кажется, реально. Ой, знаешь, по истории, которые все знают, но... Когда я еще в школе училась, было очень много каких-то историй, которые потом все в школе обсуждали, а потом оказывалось, что это вообще неправда. Я, кстати, очень полюбила Snapchat, так что если вы там сидите, я подписана на Марисен, вот здесь я напишу, подписывайтесь, потому что я хочу постоянно там сидеть, постоянно все выставлять, потому что я влюбилась в это приложение. Я в Snapchat сфотографирую и напишу, сколько время. Мне просто вот зарядки мало, и видишь, когда у тебя заряжена батарейка, такого не было у меня. Смотрите, какой фильтр. Крутой, да? Да. Все, выставляем. Как я люблю Snapchat Арианы. Это просто моя любовь. Все, пробуем чай. Очень вкусный. Такой необычный. Он как будто травяной, но еще и с малинкой какой-то. Первый раз такой пью. Ну ладно, мы будем пить чай, а потом встретимся с вами. Сегодня MTB в гостях в отеле Марисен. О, привет, MTB. Я тебя так долго ждала. Заходи. Это мой номер. Тут находится моя комната. Мой комната? Моя комната. Она вот такая. Это стоит очень много денег. Ладно, я вам скажу, 10 миллионов долларов. Полотенце? Да, это стоит 1000 долларов. Не знаю, просто мне понравилось. Идем. Это золотые ручки. Дальше мы переходим в мою гостиную. Она очень просторная, ну, не совсем. И я всегда тут сижу, валяюсь и смотрю телевизор. Да. И я вам покажу свои духи. Они стоят... 300 долларов. И теперь мы заходим в my rooms. Rooms? У тебя тут много комнат? My room. Вы думаете, что я приехала сюда спать на этой шикарной кровати? Нет, вы ошибаетесь. Я пришла сюда, вот здесь сидеть, за этим крутым столом, чтобы делать работу. Один. Ладно, не важно. Ладно, если серьезно, то вот такой вот номер. Вот такая вот кровать, она мне очень нравится. И вот такие вот шторы тут очень прикольные. Тут молоплата висит на такой штуке. Еще тут такая штука, как у крикуна, только она лучше. Прости, Дим. Вера будет все говорить, Маша, ты такая наигранная. А я не всерьез, если что, вдруг. Вот такой вот вид на парк. Смотрите, как красиво. Мне кажется, очень круто. И там памятник еще. И мне дали еще такой вид, новый чистый халат. И вы, наверное, хотите еще зайти в ванну? Конечно, хотите зайти в ванну. Я же ревизор. Ревизор или MTV? Определились. MTV ревизор. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6 полотенец. Да. Боже, почему мне хочется всякие шоу делать? Может, мне надо шоу какое-то делать? Ладно, я шучу, я не буду ревизором. Так, одно полотенце еще. Я даже не могу нормально говорить. Одно полотенце для ног. У нас тут есть такой фен. И когда я сушу голову, я пою. Ладно, я напелась. Два шампуня. Два геля. Полотенце есть. Боже, Маш, когда ты успокойся. А самое главное, я хочу домой вот это зеркало. Надо его потереть. Еще если бы такой свет был, то вообще супер было. Я вам показала, какой номер, чтобы вы не говорили мне, что я не сказала. Сейчас мы будем снимать видео к 14 февралю. Ну все, прока. Прока? Прока. Ну вот мы вышли на улицу прогуляться и пообедать. Я хочу сейчас пойти показать вам место одно.
где был Чехов? Кафе или ресторан? Я не знаю. Я просто, когда мы ехали на машине, я увидела. Вы, наверное, подумаете, почему у меня весь влог в отеле. Это не потому, что я не хочу гулять, а потому что я снимаю видео еще одно, 14 февралю, вы уже его увидели. И плюс мы приехали только на 2 дня, и мы, короче, ничего не успеем, если я буду где-то еще гулять. Как мне холодно. Все-таки я не хожу, потому что мне холодно. Вот мы идем по Звенигороду. Смотрите, как тут мило. Такая улочка, как будто я иду по Москве. А вдруг мы вообще не отсюда ехали? Не, мы отсюда ехали, потому что у меня очень хорошая зрительная память, и я помню, что мы проезжали вот это. А, вон, нашла! Идем. Холодно тогда. А вдруг это вообще не ресторан? Просто я увидела, что здесь был Чехов, и все. Кафе, да. Водичка, торт. А ты есть хочешь? Ну, а может быть, тут есть еда? Вот это называется чуть не попали в аварию, ребята. Он реально там да, несколько сантиметров был. Вообще, как так можно ездить? Мы покушали суши и все-таки не зашли туда, в тот ресторанчик. Но зато вы увидели, где был Чехов. Сходили в магазин, купили мороженое для того, чтобы снять видео. Но вы уже знаете, что за мороженое. Теперь мы идем в гостиницу. У нас сегодня массаж, да. Я немножко отдохну, а потом опять на ужин и опять снимать видео. Так что вот такая вот нелегкая работа, ребята. О, а вот и Чехов. Памятник Чехову. Он собачка. Такое ощущение, что он живой. Привет. И очень большой. Ладно. Вы когда-то видели большую-большую вишню? Такую прям большую. А я видела. Сейчас вам покажу. Вот она. Мы пришли с массажа, сейчас мы на ужине, и я хотела вам показать, какую еду мы будем сегодня кушать. Сегодня мы кушаем оливье и теплый салат. Да, я люблю оливье, поэтому я его взяла. Можешь, кстати, показать, как тут красиво. Еще мне нравится то пианино, мне кажется, я бы что-то сыграла бы, если бы умела играть. Ты же умеешь? Нет. Ты же умнее играла? Нет. Значит, приснилось? Честно? Я так и думала, что ты реально думаешь, что я играю. Мне очень нравится еда. Но мы ж недавно поели. Как-то я уже наелась. Ну тут так вкусно. Маша, хочешь понять, каково это вообще быть оператором? Каково? Да. Тяжело. Давай я тебя сниму. Фокус можно оставить. Чем у тебя сладко? С беконом. С яйцом, что ли? Прикольно выглядит, да. А еще я очень сильно люблю голубцы. И так получилось, что именно сегодня вместо фаршированных перцев мне сказали, что есть голубцы, а я их обожаю. Кто тут обожает, ставьте тоже лайки. А Герману, что тебе Гер дали? Рыба, форель, чем-то там, и она очень вкусно пахнет, пресно. Посмотрим, как Маша режет сейчас. Я нормально режу, чувак. Ну-ка. Так. Может, вправо обычно? Ты меня взял, запутал. Ты думаешь, что я это не... Ну, я королева. Ой. Ты же понимаешь, что это шутка. Не надо всерьез воспринимать. Ну, реально, мне кажется, кто-то подумает, что это всерьез все. Очень вкусно. Очень вкусно. Только я поняла другое. Что? Мне очень вкусно, но я не хочу есть. Сюда приехали отдыхать, но нет. Сегодня целый день мы снимались. Мы снимали видео 14 февраля. Я наконец-то его сняла. Вот, например, я ела мороженое только что. Ну, вы тоже это видели уже. 22:00 нам перенесут чай, да? У меня есть еще шоколадки, я буду кушать. Я хотела вам еще сказать, что Мари Сен делает в 10 часов вечера. Ест сладкое. Ужас. Но это так красиво и так вкусно. И сейчас я буду пить и кушать. Спокойной ночи. Вот, наконец-то, утром мы проспали, как всегда. Маш, знаешь, какая для меня большая проблема во всех отелях всегда? Не проспать завтрак. Вчера у нас был завтрак номер, сегодня у нас завтрак здесь. Мы решили вам показать. Я хочу блин. Хотела клапанкер что-то. Сметану будешь? Вот и отдых мой подошел к концу. Мне было очень весело. Не, на самом деле, мне было очень круто, но надо на больше приезжать, когда ты снимаешь
2 видео. Если вы решили тоже поехать в отель, чтобы снять видео, не приезжайте на 2 дня, потому что вы будете выглядеть уже как я. Мы же так спать хочу, вы бы так знали. Так красиво бы выглядеть. Ну, спасибо за комплимент. Я сейчас поем яичницу. Она очень вкусно пахнет. И будем уже собираться вызывать такси и ехать домой. Я думаю, что вам понравилось это видео. Ставьте пальцы вверх. Вниз не ставьте, потому что у меня такого нет. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал. И с вами была Марисен. Спасибо Герману, который сзади там. И помог мне снять видео, потому что никто не хотел мне помогать. Всех люблю, всех целую. Пока на себя через камеру. XO. Что ты сказала? Ой, извините. Что ты там говоришь? XO? XO? XO. Пока на себя через камеру. XO. Пока на что? Через камеру. XO. Не понимаю. XO, целую, обнимаю, XO. Кого ты там целуешь, обнимаешь? Не понимаю, ты одна сидишь. За здоровечко. Чё с утра пьёшь? Чай зелёный. Всё, надоело снимать, я увольняюсь. Пока.